уезжаем из города. У нас отпуск. Сейчас сколько часов? Поздно, конечно, мы выехали, но так получилось. Вот. Путь далекий, едем в Казань через Москву, а после Казани еще дальше в Саратовскую область. В общем, больше 2000 километров. Едем на Peugeot партнере. Дизель. Посмотрим, какой у нас будет расход. Ну, как правило, очень и очень приятный, хороший расход. Меньше 6. Да? Да. Да? Вот, едем тут немножко. Постоим чуть-чуть, а дальше вроде бы все свободно. Ну, показывает нам навигатор часов 9-10 до Москвы. Ночью должны добраться. Проехали 192 километра за 2,5 часа. 19-20. Северо-запад поливает дождем. 15 градусов. 17 августа. Заправка BP. Отдыхаем, заправляемся, покушаем. Луна. Большая луна. Вместе с фонарями она сливается. Да, фонари. Проехали 4 часа. 6 литров на 100 километров. Вот. 300 километров. Валдай через пару километров будет. Вот. Расход топлива 6 литров. Дизеля. Едем со скоростью. Максимально придерживаясь скоростного режима правил дорожного движения. На верхней планке, конечно. Да, чем хорош дизель вот, по сравнению с бензином, что он груженный, на пятой скорости спокойно делает обгоны. Сейчас вот едем в отпуск, машину загрузили, ну, достаточно нормально. И спокойно разгоняется, не чувствует. До этого была бензин, груз сразу чувствовался. Надо было иногда переключаться, особенно в гору там, на четвертую. А у дизеля с турбинкой с этой машина идет бодренько. Вот. 6 литров. Расход 6 литров, мы, можно меньше, но мы едем на обгонах, ну как бы газуем. Вот. Поэтому расход немножко побольше. Если ехать километров 90, будет спокойно 5,1-5,2, вот мы ехали до этого. Вот машина спокойно разгоняется. На пятую, на четвертую не переключаемся. Очень плавненько. Вышний Волочек, 406 километров проехали. 5,5 часов в пути, заправка BP. Очередная остановка на отдых. Вот 5,8 литров средний расход. Ну, при достаточно интенсивном движении. Машин вроде бы не очень много, но обгонять приходится.
на бипишке. Вот, второй день. Вчера ночью, вернее, сегодня уже ночью приехали в Москву, Красногорск. Будем отдыхать на даче с друзьями. В гости, давно не виделись. Сегодня день общения. А завтра, где-то в обед, наверное, или после обеда, поедем в Казань. Продолжать наше путешествие. Ну вот.